2019 год не за горами, не успеешь оглянуться, а желтая земляная свинья уже ступит на порог. Свинья – последний знак в 12-летнем цикле китайского календаря. Для этого периода характерно завершать дела, подводить итоги и получать различные плюшки за свои труды. Именно сегодня я расскажу, что ждет каждый знак. Крыса. Любовь, романтика, романтика и еще раз романтика ждет вас в следующем году. Одиноким сердцам влюбленность подарит крылья, а те, кто уже состоит в отношениях, захотят освежить чувства и отправиться в романтическое путешествие. Финансы. А вот с деньгами все будет не так уж и радужно. Чтобы заработать лишнюю копейку, нужно будет очень хорошо потрудиться. Но все большие растраты в год свиньи будут исключительно приятными, так что жалеть совсем не стоит. И здоровье. За что стоит хвалить крыс, так это за их ответственное отношение к здоровью. В следующем году вам стоит пересмотреть рацион, а также заняться каким-либо спортом. Поверьте, это решит ваши проблемы со здоровьем. Бык. Любовь. В следующем году представители этого знака будут чрезвычайно эмоциональны, что помешает им строить прочные отношения. Если вы не справитесь с этим порывом, получите серьезные проблемы. Финансы. Благодаря настойчивости и упорству быки смогут хорошенько поправить финансовое положение. Однако, чтобы достичь желаемого результата, придется работать на грани своих возможностей. Здоровье. Год может начаться с давно забытых проблем со здоровьем. Особенно это касается тех, кого частенько изводят боли в суставах, поэтому не ждите у моря погоды и начинайте заниматься здоровьем прямо сейчас. Тигр, любовь. Тигры будут чрезвычайно популярны у противоположного пола, однако не стоит пользоваться этим в корыстных целях, так вы просто причините боль близкому человеку. Финансы. Стремительного карьерного роста в следующем году ожидать совсем не стоит. Соответственно, могут возникнуть и проблемы с деньгами. Перед тем, как совершить большую покупку, стоит взвесить все за и против. И здоровье. Следующий год посвятите оздоровлению. Отправляйтесь на курорты, в санатории, на море и в горы. Наслаждайтесь окружающей природой и пополняйте запасы энергии для новых свершений. Кролик. Любовь. Желто-земляная свинья будет всячески способствовать кроликам в амурных делах. Во второй половине года возможна судьбоносная встреча, которая перевернет всю вашу жизнь. Финансы. Но удача будет поджидать кроликов не только в любви. У вас велики шансы сорвать джекпот. Не пробовали играть в лотерею? Начальник оценит ваш труд. Ждите повышения. Здоровье. Старайтесь не переохлаждаться, не злоупотребляйте вредной пищей, и тогда вы точно забудете о проблемах со здоровьем. Желтая земляная свинья защитит кроликов от серьезных травм. Дракон. Любовь. Чтобы избежать ошибок, которые разрушат ваш уютный мир, прислушивайтесь к своему сердцу. Возможно, вам нужно будет принять решение, которое понравится далеко не всем. Финансы. Чтобы в бизнесе все шло гладко, старайтесь искать новые, практически незанятые ниши. Подсказка. Вы сможете найти свое место в творчестве. И здоровье. Драконы, пора отказаться от вредных привычек, если не хотите усугубить уже существующие проблемы. Также могут возникнуть проблемы со спиной. Избегайте чрезмерных физических нагрузок. Змея, любовь. Возможно, конфликты с родственниками второй половинки. Не стоит горячиться, лучше проявите терпение и рассудительность, тогда ситуация разрешится, конечно, в лучшую сторону. Финансы. Вы будете изо всех сил стараться поправить материальное положение, но помешать в этом могут друзья. Не слушайте советы других людей, доверяйте своей интуиции и опыту. Здоровье. Хватит нервничать по любому поводу, так недалеко и до проблем с сердцем. Этот год стоит посвятить тому, чтобы привести в порядок нервную систему. Лошадь. Чтобы удержать вторую половинку, придется приложить все усилия. Безразличие разрушит все то, что вы так долго и упорно строили вдвоем. Финансы. Представители этого знака, как настоящие трудяги, наконец получат заслуженную награду. Если раньше вам казалось, что вашу работу не ценят, то теперь боссы поймут, насколько вы важный сотрудник. Ну и здоровье. Ваше несерьезное отношение к здоровью может сыграть злую шутку. Если вас что-то беспокоит, не стоит затягивать с походом к врачу и в обследованию. Коза. Любовь. 2019 год может начаться с серьезной ссоры или даже расставания со второй половинкой, поэтому действовать стоит уже сейчас. Поговорите о проблемах и найдите выход вместе. Финансы. Представители этого знака будут ждать серьезные вызовы, вплоть до того, что придется изменить род деятельности или переехать в другую страну, но риск будет оправдан.
здоровья. Велика вероятность, что вас будут мучить непонятные симптомы. Не стоит придумывать себе болезни и искать ответ в Гугле. Пройдите диагностику и сохраните свои нервы. Обезьяна – любовь. Вас ждет море флирта и интересных встреч. Если одинокие обезьяны могут менять партнеров как перчатки, то семейным стоит быть осторожными. Не дайте страсти затмить разум. Финансы. Отменные ораторские способности откроют перед вами новые перспективы. Вы легко будете зазывать людей в команду и заражать вдохновляющими идеями. Используйте этот талант по максимуму. И здоровье. В следующем году лучше избегать экстремальных видов развлечений. Большой шанс получить травму, которая может приковать вас надолго к больничной койке. Петух, любовь. Чтобы завоевать доверие второй половинки, стоит быть максимально откровенными. Не бойтесь говорить о том, что беспокоит, это пойдет на пользу вашим отношениям. Финансы. Учитывая строптивый характер петуха, ему стоит проявить чудеса дипломатии, чтобы не рассориться с коллективом. Прежде чем устраивать громкий скандал, подумайте, а нужно ли вам это? Здоровье. Йога, медитация, психотерапия – ваши лучшие друзья в 2019 году. Постарайтесь не перегружать себя лишней работой, чтобы уберечь от стрессов. Собака. Любовь. У вас частенько будут возникать противоречия со второй половинкой. Главное помнить, что важно сохранить мир в отношениях, а не руководить близким человеком. Научитесь идти на уступки. Финансы. Если вы пойдете на риск, вы сможете значительно улучшить материальное положение. Иногда вам будет не хватать смелости, поэтому важно найти единомышленников, которые помогут не сбиться с верного пути. Здоровье. Особое внимание стоит обратить на свое питание. Пересмотрите рацион, постарайтесь избавиться от вредных привычек или хотя бы минимизировать их влияние. Отказ от жирного и сладкого значительно улучшит здоровое состояние. Свинья. Любовь. Этот год обещает свинье много счастья. Он идеально подходит для создания семьи. Возьмите от следующего года все лучшее по максимуму. Финансы. Представителям этого знака зодиака стоит задуматься в следующем году о собственном бизнесе. Риск велик, но упорный труд и огромное желание могут превратить этот бизнес в дело всей вашей жизни. И здоровье. Крепкое здоровье не подведет, если только вы сами не приложите к этому усилия. Постарайтесь придерживаться правильного распорядка дня, не переедайте и ничем не злоупотребляйте. Вне зависимости от прогнозов, мы надеемся, что следующий год будет для всех удачным. Не забывайте, что судьбу вершат не звезды, а люди, и мчитесь навстречу большим мечтам. Дорогие друзья, если вам понравилось данное видео, то почему бы вам не подписаться на канал и не поставить лайк? Свое мнение вы можете оставить в комментариях, где мы его и обсудим.